И снова мыльные премьеры на большом экране. 20 сентября в Иванове стартует фестиваль российских телесериалов «Пилот». Гости праздника в течение 3 дней смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры. Лучший пилот ивановцы выберут сами зрительским голосованием. Жюри определит специальными призами лучший сценарий, актерскую работу, режиссуру и продюсирование. Показы стартуют уже в пятницу 20 сентября в кинотеатре «Лоц». В первый день фестиваля зрители смогут увидеть мистическую ленту «Документалист. Охотник за призраками» и «Ироничный детектив. Герой по вызову». Все показы традиционно бесплатные. Билеты можно получить на информационной стойке в кинотеатре «Лоц» с 17 по 22 сентября с 12 до 19.00.